Сегодня у нас 21 августа 2015 года. Вот брат наш Игорь Барабаш хочет выехать на поле на комбайне. Зерно уже подоспело. Поэтому он пробирается. Это прямо выезд главный из Потеряевки у нас. Такая дорога грязная, вон едет. Лапка у него, конечно, большая, но зацепить даже. Все дороги по грязи не ехать. Но благословит его Господь. Вот, а мы здесь продолжаем. Игнатий Иванович уехал за киркой, а я здесь продолжаю откапывать кольцо, кольца, которое у нас здесь под дорогой сделано. Уже более-менее так углубляюсь с Божьей помощью. Вот оно уже как откопалось, но дна еще нету. Вот-вот должен появиться. Еще много. Слава Богу за все.